Сегодняшние реалии требуют постоянного совершенствования системы здравоохранения, что невозможно без квалифицированных кадров и, конечно же, регулярного внедрения инновационных технологий в сферу. Понимая это, Узнацбанк особенно охотно финансирует медицинские учреждения Узбекистана. Одним из доказательств тому стала и клиника «Олам», расположенная в Учтепинском районе столицы. За счет кредита руководства клиники приобрело новейшее медицинское оборудование за рубежом, применяемое при диагностике, профилактике и лечении пациентов. Наша клиника начала свою деятельность в 2011 году. Вначале были только лаборатории, УЗИ и консультации узких специалистов. Благодаря помощи Узнацбанка кредиту в 1 миллиард сумов мы расширили свою деятельность. На эти средства мы приобрели современное медицинское оборудование, произведенное ведущими мировыми концернами. Также мы смогли создать условия для стационарного лечения. Теперь у нас есть опер-блок. В клинике имеются рентген-кабинеты, кабинеты невропатолога, терапевта, невролога, педиатра, эндокринолога, уролога, гинеколога, стоматолога, в целом свыше 10 узких специалистов. Каждый кабинет имеет полное оснащение необходимыми аппаратами и приборами. Аппарат, то есть видеоскоп, произведен в Китае совместно с Японией. В основном им можно проверить гортань, щитовидную железу, желудок и 12-перстную кишку. Очень удобен в применении специалистами. Изображения передаются на 2 монитора и очень легко установить диагноз. Аппарат очень компактный. В день с помощью этого аппарата можно осмотреть 20 пациентов. Наши лор-врачи проводят микрохирургические операции. Кроме того, проводим сложнейшие операции уха. Имеются все возможности и условия. У нас имеется сложное медоборудование из Германии и Австрии, наркозоаппарат, микроскоп и эндоскоп. Преимущество этого оборудования в том, что можно проводить щадящие операции. Клиника «Олам» не останавливается на достигнутом. В настоящее время она наладила сотрудничество и обмен опытом с коллегами из Индии, России, Испании, Франции и Египта. В частности, клиника планирует продолжить сотрудничество с Узнацбанком для реализации своих планов.